Что случилось? Ну, братан, ничего, такой день сегодня, что? Три гола не засчитали. Там вроде большинство по факту. А? Большинство по факту. Первый по факту. Не, ну вот но типа первый второй. По факту. Первый зачем вопросы? Тогда это правило придумали, если его невозможно? Судья говорит, я не могу определить, меня просят, на меня давят, а я, говорит, не могу определить, потому что камера установлена плохо. Зачем тогда это вводить? Я буду критиковать, несмотря на отношения. Я считаю, что, ну, типа, да стадион нет, просто я согласен, невозможно. Тут надо понимаешь, тут нужно куча камер, чтобы определить точно. Конечно, то есть, ну, тяжело, представляешь, три гола не защиты. Но по второму, тяжело. Третьему у тебя, наверное, меньше вопросов. Ну, нет, там-то понятно, да, там не было, окей. Ну, гола не было. Да что говорить, ну, слушай, тяжело, давление, вот, все от нас ждут. Ну, и все плюс... хотят победить вас. И все хотят победить. Вот. GetX. Проект с лицензией. Краш. Ставки на спорт. Получи 100 рублей за репост. Промокоды каждый час в разделе бонусы. Но нам надо это пройти. Слушай, такой период должен когда-то случиться. Поэтому, знаешь, мы в том году проиграли Рубину, и все нас говном закидывали. Ну, пусть все радуются. Я знаю, сколько людей сейчас радуются. Причем нейтральных. Ну, я не хочу ничего говорить. Но наша задача доказать просто, что это все ошибка и все. Потому что сегодня мы первый тайм вообще не наиграли на победу. Второй, да. 100-500 моментов не забили, что делать. Это футбол. Вот сегодня чисто футбол плюс непонятные правила. Давай.